Добрый день, вы смотрите «Итоги недели» телеканал «Правда ТВ». Мы собрали самые значимые новости Ульяновской области за прошедшую неделю. С вами Сергей Прус. Итоги недели начнем с аппаратного совещания, которое задает ритм на всю неделю для правительства Ульяновской области. Этот понедельник выдался жарким. Губернатор Сергей Морозов начал заседание с обсуждения дел в здравоохранении. Так, глава области подверг критике работу директора территориального отделения фонда обязательного медицинского страхования Владимира Смирнова и поручил его уволить. Причиной разбора стал неподготовленный доклад перед депутатами законодательного собрания. Губернатор также раскритиковал состояние Центральной городской клинической больницы и Сурской районной больницы. Еще одной темой стало упразднение с 1 января должности председателя правительства области. Кабинет министра возглавит лично губернатор. Подробности у нашего корреспондента. Аппаратное совещание губернатора Сергея Морозова начал с обсуждения дел здравоохранения. Глава области подверг критике работу директора территориального отделения фонда обязательного медицинского страхования Владимира Смирнова и поручил уволить его. Человек, который, получается, не понимает, не знает ни цифр, ни тенденций, возглавляет наиважнейшее направление в нашей деятельности. Зачем вы его держите? Можете мне объяснить? Объясните мне, еще раз, оба Панченко, объясните мне. Губернатор также раскритиковал состояние Центральной городской клинической больницы и Сурской районной больницы. С 1 января будет упразднена освобожденная должность председателя правительства области. Кабинет министров возглавит лично губернатор. Параллельно будет сокращены и ряд министерств и ведомств. Вот о министерстве Смороды я уже сказал. Значит, в том числе и ряд других министерств и ведомств будет также оптимизировано, сокращено. Глава области остался недоволен тем, как выполняется его поручение в муниципальных образованиях. Досталось Димитровграду, где губернатор побывал в минувшую пятницу. При поездке в Димитровград попросил, чтобы мне дали информацию о том, как идет исполнение поручений губернатора по городу Димитровграду. Так, достаточно приличное количество, либо частично, либо вообще не исполнено. Однако руководство города наличие упомянутой проблемы отрицает. О том, что поручение не выполняется, в мэрии словно не знают. В ремонт библиотеки, упомянутой губернатором, будто не слышали. Было дано достаточно много поручений по объектам социальной сферы, как школы, детские сады, объектам спорта, культуры. Практически все поручения выполнены. Губернатор поручил еженедельно проводить совещание по обсуждению выполнения поручений. Начать решено с Димитровграда на этой неделе. Тогда и будет понятно, кто прав, а кто не прав в этой ситуации. Следующей темой аппаратного совещания стало проведение декады некоммерческих организаций. Губернатору был доложен один проект, касающийся развития кинематографии в регионе. Он называется «Классные показы», направлен на пропаганду детского и молодежного кино. То есть это киноальманах, который состоит из трех блоков. Первый блок, значит, это краеведческий непосредственно. Второй блок, значит, это художественный, воспитательного характера фильмы, это показ короткометражных детско-юношеских фильмов, и третий блок патриотический. Прошло уже 6 подобных показов, которые вызвали большой ажиотаж у зрителей. Причем демонстрация киноальманаха проходила не только в Ульяновске, но и в районах области. Губернатор поручил оказать всяческую поддержку реализующемуся проекту. Кроме декады НКО, с понедельника стартовала тематическая неделя национального проекта «Экология». Вся неделя будет посвящена федеральным проектам, которые являются составляющими большого национального проекта «Экология». Это сохранение лесов, это сохранение уникальных водных объектов, это оздоровление Волги и чистая вода, и это, конечно же, самый такой важный и серьезный проект, который связан с реализацией реформы чистоты. В программе недели намечено проведение круглых столов, совещаний, посещение учреждений и предприятий, где происходит строительство и перевооружение природоохранных объектов. В заключение аппаратного совещания обсудили еще один важный проект. Он связан с внедрением умного освещения на улицах Ульяновска. Реализовывать проект планируют начать уже в этом году. Каждая фонарная опора будет включать в себя специальный модуль, который сделает освещение умным. Наличие данного модуля позволяет контролировать потребление и параметры электроэнергии, что позволяет эффективно распределять параметры электрической сети, прогнозировать и регулировать потребление электроэнергии с помощью накопленной базы данных за прошедшие периоды. И это далеко не все. Умное освещение позволит определить неисправность любого светильника, оснастить фонари видеокамерами и кнопкой экстренного вызова полиции, и даже общегородским Wi-Fi. Пока пилотной площадкой для реализации проекта станут 19 и 18 микрорайоны.
В дальнейшем его планируется опробовать на Северном и Среднем Венце и в Новом Городе, а в течение 3 лет распространить на весь город. Егор Титов, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ. Наш следующий материал тоже связан с аппаратным совещанием, но с тем, которое проходило на прошлой неделе. Напомним, тогда в контексте трагических событий в Саратове было принято решение разработать карту безопасных маршрутов для школьников. И вот в Димитровграде началась работа по формированию этого проекта. Уже создана специальная комиссия по разработке карт безопасности и даже проведено первое выездное заседание. Первое рабочее выездное заседание комиссии по созданию карт безопасного маршрута школьников прошло в Первомайском районе. Руководство школы номер 19 и местная общественность обеспокоены состоянием территории возле образовательного учреждения. Эта проблема не одного дня, она уже в течение нескольких лет. Дело в том, что в нашем Первомайском микрорайоне неправильно расположены ливневки. И это создает большую проблему именно на подходе вот как к нашей школе номер 19, так и к 6-му детскому саду. Вот эта дорога, которая между этими двумя учреждениями расположена, она во время дождей, весной, осенью, после схода снега, очень много воды скапливается на ней, воде стекать некуда. В итоге возникают огромные лужи, грязь, и дети не могут просто подойти, войти в школу. Также по дороге, о которой идет речь, ведется очень интенсивное автомобильное движение, что, безусловно, создает опасность для школьников. Об этом общественность вела беседу во время рабочего визита в Димитровград губернатора. Сергей Морозов тогда поддержал инициативу димитровградцев сделать проезд по дороге односторонним, а само полотно расширить. Комиссия всесторонне рассмотрела возможные варианты решения проблемы строительства ливневки, установки дорожных знаков, ограничивающих скорость на данном участке. Прежде чем будет принято окончательное решение, вопрос будет вынесен на обсуждение на транспортную комиссию. Раз уж вспомнили про историю в Саратове, то ее и продолжим, но не в виде репортажа, а в виде интервью. Павел Полово вышел на улицу Ульяновска, чтобы узнать мнение горожан по достаточно деликатному вопросу. В Саратове идет сбор подписей за возвращение смертной казни. Однако юристы заявляют, что вернуть в России смертную казнь нельзя, так как еще в 1997 году она подписала Венскую конвенцию. Но Государственная Дума опубликовала соответствующий опрос ВКонтакте. Так все-таки вернут ли смертную казнь? Спросим у ульяновцев, доверяют ли они судам настолько, чтобы доверить им вопрос жизни и смерти? Я считаю необходим, потому что всякую шваль нужно, ну как бы, вот, к примеру, человек, он вот педофил, он убил какую-нибудь девочку маленькую, ну что, его живых, что ли, оставлять? Ну это же животное, ну я считаю, смертная казнь необходима просто для всяких, ну, всяких мразей, они не должны жить, ну как бы, не заслуживают этого, я так считаю. По отношению к некоторым, да. Но не ко всем, потому что некоторых людей незаслуженно так наказывают из-за того, что они простые граждане, и с ними не хотят считаться. Я все же, наверное, отношусь к этому отрицательно, поскольку есть риск всегда судебной ошибки. Знаете, у нас существует презумпция невиновности, то есть, как говорят, лучше оправдать... Говорят, по-моему, 10 виновных, чем наказать одного невиновного. То есть, ну, наверное, в этом случае я отношусь отрицательно. Не всегда судьи бывают правы в этих случаях. И поэтому пока рано, мне кажется. Считаю, за убийство детей стоит смертную казнь вести. Так я считаю, да. За детей это, да, может. Я считаю, что стоит. Жизнь за жизнь, да. Пусть, да, всегда есть справедливость, несправедливость, но я как мама маленького ребенка, да, я считаю, что это нужно. Ну, конечно, стоит. Конечно, стоит. Это же дитё. Твоё дитё. Конечно. Я считаю, что нужно вводить превентивные меры, а не меры наказания по факту совершения преступлений, потому что, как известно, введением, ужесточением наказания не изменяется статистика преступности. Так что, если мы хотим избежать преступности, мы должны вводить превентивные меры. Ой, я не знаю, я такая жалливая. И тех мне жалко, и этих жалко. Так что вернуть, наверное, не надо. Я считаю, что у нас в стране не очень сильное правовое поле. А когда, ну, правовое поле, скажем так, не гарантирует презумпцию невиновности в полной мере, то смертная казнь – это чревато казнями невинных людей. Когда у нас они могут сидеть в тюрьме, да, есть время для того, чтобы найти доказательства и оправдать. Я как бы, ну, читаю на эту тему, и как раз
Александр Сыпкин, писатель современный, он в своем блоге разместил фотографию 14-летнего мальчика, которого в Америке казнили на стуле электрическом. И как бы, ну вот он обращение к своим подписчикам сделал, что как бы голосуя за смертную казнь, помните про эту фотографию. Ну а если как творят, конечно, вернусь. Что творят эти? А так... Это естественно, это же до ручки дошло. Даже объяснить не могу, почему люди, кто-то страдает, кто-то теряет близких, а он отсиживается, еще все условия требуют. Не знаю, в некоторых случаях, да. Где жестокости очень много. Сейчас вот вчера была только передача, 8 лет дали за маму. 8 лет, там 57 ножевых ранений, зато он работник милиции. Ни в коем случае. При нашей идиотской системе, пенициарной там и особенно судебной, они сколько ошибок наделают, сколько они отправят на эту казнь, и если еще они после этого найдут кого-нибудь. А так они казнили, отчитались, все спокойны. Нужно? По-моему, нет. Вот если он совершил, если его поймали, просидел он 10 лет, нашли ошибка даже, если вышла, и он выйдет все-таки. А потом, а если это он, то ему там, в этом заключении, пожизненном, я не думаю, что там пряниками кормят. За. Потому что преступность у нас возросла в несколько раз, в десятков раз. И поэтому эта мера необходима. Я за. Бабушка за. А то козлы насилуют и их отпускают через 3 года. А сколько ошибок было? Вы в курсе? Сколько было невинно убитых, расстрелянных, а потом восстановленных посмертно? А с другой стороны, тут разбираться и разбираться с большими умами. Я должен дышать, он не убивает, а он ходит. И его надо в тюрьме кормить, ухаживать, затраты очень много. А от него все равно... Отдачи не будет. Как вы думаете, я не знаю. Я вот так думаю. Конечно, стоит. Очень много плохих людей в России. Продолжим тему, как обеспечить безопасность и отладить работу службы 112. Эти насущные вопросы обсудили на главном управлении МЧС по Ульяновской области. Губернатор открыл совещание и рассказал, чего удалось добиться за 2 года. Обеспечить безопасность и отладить работу службы 112. Насущные вопросы обсудили в Главном управлении МЧС по Ульяновской области. Губернатор открыл совещание и рассказал, чего удалось добиться за 2 года. За неполные 2 года в общественных местах, на объектах образования, здравоохранения, спорта, культуры установлено 7870 камер видеонаблюдения. И мы неоднократно говорили с руководителями федеральных структур, что на этом останавливаться нельзя. Криминальную обстановку тоже обсудили. Из Министерства внутренних дел поступили хорошие новости. Уровень преступности начал падать. По крайней мере, в местах большого скопления людей инцидентов стало гораздо меньше. Камеры наблюдения делают свою работу. На улицах, площадях, в парках, скверах сократились на 10%, в том числе умышленных убийств, разбойных нападений на граждан на 54%, грабежей на 27%. При этом, согласно данным, число преступлений, раскрытию которых способствовала камера АПК «Безопасный город», возросло. Поговорили и о центре обработки экстренных вызовов. Система 112 введена на 95 объектах Ульяновской области. В систему входят главный и резервный центры обработки, 24 диспетчерские службы и 69 дежурных подразделений диспетчеров. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Управды ТВ. От темы безопасности переместимся к теме денег, а именно бюджета на следующий год. Напомним, на прошлой неделе эта тема уже поднималась. Ну а сейчас дело дошло до парламентариев. И здесь, как обычно, не обошлось без пикантных ситуаций. В среду в законодательном собрании Ульяновской области развернулась баталия между политическими фракциями. Что именно произошло, в материале Павла Полового.
23 октября на заседании законодательного собрания в первом чтении были одобрены основные параметры проекта закона об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. По словам министра финансов Ульяновской области Екатерины Буцкой, за последние 5 лет объем доходной части бюджета увеличился по сравнению с 2014 годом в 1,8 раза. И 2020 год не стал исключением. Налоговые и неналоговые доходы запланированы в объеме 49,8 миллиарда, что по сравнению с первоначальным планом на 2019 год выше на 5,5 миллиардов рублей. Еще до заседания лидеры фракции обозначили свои позиции и круг вопросов, которые, по их мнению, документ раскрывает не полностью. Мы сегодня рассматриваем важнейшую часть бюджета, прежде всего, это доходная часть бюджета. Прежде чем мы подойдем к расходной части, делить, наверное, проще, когда есть чего делить. А вот сформировать доходную часть – это достаточно большая задача. Первое чтение бюджета – это всегда рассмотрение доходных статей бюджета. Но, в принципе, это фактически перспективный план планирования. А я буду жестко и четко, значит, заручившись поддержкой своих коллег-депутатов, сегодня говорить об резервах доходной части, о резервах подоходного налога. Фракцию КПРФ совершенно не удовлетворяет проект закона о бюджете на 20-й, на плановый 21-й, 22-й по нескольким причинам. Но в частности мы говорим сегодня о доходной части. Для подавляющей части населения эти термины доходы, расходы, там, дефицит, профицит, они являются не главными. Главное, чтобы наше население почувствовало реальный рост доходов, увидело облегчение жизни. Вот это задача всех депутатов, ну и, конечно же, нашей фракции. Основа областного бюджета составляют 3 ключевых доходных источника. Акцизы спрогнозированы в сумме 17,9 миллиардов и составляют 35,9%. Налог на доходы физических лиц составит 12,4 миллиарда, что составляет 24,9%. Налог на прибыль организации 11,3 миллиарда. Таких сумм областной бюджет еще не содержал, и это вызывает определенную радость. Однако, как оказалось, не у всех. Есть неоспоримые успешные факты, скажем так, увеличение доходной части. Но, несмотря на это, мои коллеги сегодня, что меня удивило, допустим, фракция КПРФ в полном объеме, значит, полностью раскритиковали этот бюджет, сказали, что все плохо. Сказали, что, значит, распределение неправильное. Сказали, что они его поддерживать не будут. Я думал, что это шутка. Но они действительно проголосовали все против до одного за этот бюджет. Тем самым, значит, поставили нас в очень сложную ситуацию, потому что я в своем выступлении четко сказал, мы будем поддерживать Димитровград. Возможно, региональные коммунисты таким образом пытались протестовать. Но, во-первых, непонятно, против чего в данном конкретном случае. А во-вторых, уложиться с принятием бюджета точно в срок означает получить вовремя и в полном объеме федеральные деньги, которые пойдут на развитие региона и социальные нужды. Стоит ли устраивать протесты, когда речь идет о благополучии жителей региона? И если конкретизировать, Красного Димитровграда. Откуда желание загнать в финансовую пропасть соратников по партии и избирателей, поверивших именно региональному отделению КПРФ. Позиция этой фракции вызвала недоумение многих. В целом ее можно обозначить словами «против всего», даже при очевидной выгоде для граждан. Нападки очень были странные, да, например, в части того же самого Димитровграда, где КПРФ заняла первую позицию, вот, было внесено предложение увеличить доходы Димитровграда практически в 2 раза. То есть, ну, прирост достаточно серьезный. Что в этом плохого, я не понимаю. Да? То есть, почему здесь нужно было как бы вставать в позу и говорить, что нас это не устраивает? Не устраивает сумма, не устраивает что? То есть в результате каких-то конструктивных предложений не было. Тем не менее, межбюджетные трансферты из областного бюджета в будущем году увеличатся почти на 3 миллиарда по сравнению с 2019 годом. Кроме того, все виды финансовой помощи муниципальным образованиям нашего региона сохранены и по всем направлениям рост. Только на реализацию проекта поддержки местных инициатив в следующем году предусмотрено 180 миллионов рублей. Эти средства позволят муниципальным образованиям повысить гражданскую активность
активность населения и решить конкретные вопросы местного значения, а также выполнять социальные обязательства. Более 70% этого бюджета тратится именно на социальную часть. Но вот, к сожалению, не все депутаты голосовали за, например, фракция КПРФ проголосовали против. То есть для меня это тоже непонятно, каким же образом тогда и какая логика закладывается обеспечивать эти социальные выплаты, что у нас учителя с врачами будут бесплатно работать или куда-то в другое место нужно было направить эту доходную часть. Но это странно. Во всяком случае, выглядит. Но самое важное, о чем я хотел бы сказать, на этом работа с доходной частью бюджета не заканчивается. После придирчивого рассмотрения документ был принят в первом чтении. Правительству региона удалось ответить на вопросы депутатов. Однако, как верно заметил председатель законодательного собрания Валерий Малышев, впереди рассмотрение расходной части бюджета. А это, как говорится, совсем другая история. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ. Немного отвлечемся от бюджета, но при этом продолжим финансовую тему, если быть точнее, то инвестиционную. Во вторник в правительстве Ульяновской области собрались главы и экономисты районов. Вопрос достаточно серьезный – обсуждение новых подходов к существующим экономическим реалиям. Низкий уровень жизни в регионе решено повысить за счет повышения уровня внешних и внутренних инвестиций. Поэтому поиски инвесторов должны стать одной из важнейших задач для муниципальных руководителей. В начале совещания по финансово-экономическим вопросам Сергей Морозов резко раскритиковал подходы муниципалов к поиску инвесторов и инвестиций. В нашей области прогрессирует естественная убыль населения. Только за 2018 год наш регион потерял более 8 тысяч человек. И эта цифра далеко не самая высокая. В 90-е годы, в начале 2000-х годов, эта цифра была в разы больше, ну не в разы, а на несколько десятков процентов больше. Но за последние 7 лет это самая высокая цифра. Есть и другие неприятно высокие показатели. Причина – отсутствие высоких экономических показателей. Успешная современная экономика базируется прежде всего на привлечении инвестиций и, как следствие, развитии производств, создании рабочих мест, которые – залог благополучия населения. Целостная картина складывается из многих факторов. Неправильно собранная статистика может лукавить, поэтому АНА, Центр стратегических исследований Ульяновской области, избрал принципиально новый способ выявления проблем на муниципальных территориях. Для того, чтобы оценить, насколько эффективно работает власть, или в данном случае работают главы муниципальных образований, есть несколько, способов и пониманий таких. Как развивается экономика, как развивается предпринимательство. Это, конечно, очень важная вещь. А с другой стороны, не все же измеряется только в деньгах, в развитии предприятий и так далее. Очень важно еще и понимать, какое качество жизни на территории. А какова преступность? А какова ситуация с экологией? Какова ситуация с водой, с воздухом, с дорогами, со здравоохранением и так далее? Это же не в чистом виде экономика. Однако именно эти факторы показывают истинное положение дел. Если люди много и стабильно зарабатывают, то преступность падает, учреждение процветает, а территории благоустраиваются. Если все это отсутствует, то никакие рейтинги и цифры финансово-процентных показателей не способны отразить истинное положение дел. Скорее даже запутать. Правительство региона приготовило целый ряд мероприятий, которые должны изменить ситуацию. Это внедрение стандарта формирования благоприятного инвестиционного климата муниципальными образованиями, а также органами исполнительной власти, одним из элементов которого будет формирование новых программ обучения для команд из муниципалитетов и команд из органов власти. Прежде всего, обучение будет направлено на формирование положительного образа территорий, которые в дальнейшем, соответственно, эти сотрудники смогут предлагать инвесторам. Губернатор считает, что любое действие власти или производственника, начальника любого уровня, должно быть направлено не на призрачное понятие о развитии, а на улучшение благосостояния и качества жизни конкретной группы людей, будь то рабочие завода или жители муниципального образования. Именно на это направлены национальные проекты. Безопасные и качественные дороги, образование, здравоохранение, экономика, жилье и городская среда – все прочее нужно не само по себе, а только в соответствии
соотнесении с положительными результатами, которые они несут жителям страны и региона. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ. Будет больше инвестиций, будет лучше жизнь. Хотя следует отметить, что даже в непростых экономических условиях формирование комфортной городской среды не прекращается. Так, в 2019 году на реализацию данной программы в Димитровграде было выделено почти 89 миллионов рублей. Из них 85 из федерального бюджета и около 3 миллионов из областного. На эти деньги в городе Атомщиков должны были построить и благоустроить 27 дворов и 3 общественных территории. Подробности у наших димитровградских коллег. В ходе пятничной рабочей поездки в Димитровград губернатор Ульяновской области Сергей Морозов решил лично проверить ход работ на всех объектах благоустройства. Первым делом глава региона побывал на улице Терешковой. Здесь подходит к завершению работы по благоустройству второй очереди масштабного проекта «Аллея учителей». То, что мы обещали, значит, к середине октября закончить с серой плиткой, вот этой гроз, прошел с заводом, немного проблема была, они нас на 10 дней по сроку продлили. Поэтому мы на 10 дней задерживаемся, но у нас, повторяю еще раз, по плитке ностальжии все закончено, мафы мы начинаем ставить, они все приехали, звезды мы все восстановили, сделали, осталось доложить 3 звезды. Далее 6 звезд почета, почетных граждан мы устанавливаем на последней площади, то есть нам осталось по большому счету доложить только плитку, вот эту гроз. Губернатор указал местным чиновникам на необходимость привести в порядок и памятник Георгию Димитрову. Негоже оставлять в плачевном состоянии объект, посвященный человеку, чье имя носит город. Сергей Морозов также поручил сделать все возможное, чтобы к 2022 году в Димитровграде были приведены в порядок все постаменты. В ходе небольшой экскурсии по ремонтируемому объекту дается еще одно поручение. Давайте с Нером там проговорим, может быть, там тоже какие-то... Усилить у НКЦ освещение, да? Ну, в самом, вот туда, там, где барельеф. Не оставил без внимания Сергей Морозов и дворовые территории, которые в 2019 году попали в федеральную программу формирования комфортной городской среды. Дворы, расположенные по проспекту Автостроителей 21 и 23, входят в ТОС Чермшан. На оба двора было потрачено чуть более 3 миллионов рублей. Ранее этот двор также реконструировали, но последние изменения, как говорится, стали финальным штрихом. Жители очень довольны тем, что им удалось сделать из двора за 3 года. Благодаря вам, Сергей Иванович, вот у нас пошло, значит, движение. Вы нам выделяли на внутриквартальную дорогу, помните, это парковочный карман, мы это сделали. Спасибо. Большое вам спасибо. Вот эта вот программа, ТОСовская, то, что вы поддерживаете как губернатор, это эффективная работа, вот именно по реализации наших собственных инициатив. Изюминка реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды в Димитровграде в этом году смело можно назвать парк духовности. Работы здесь велись по двухгодичному контракту. Не без проблем, не без пинков и тычков сверху удалось превратить некогда заброшенную территорию в настоящую городскую достопримечательность. Шикарное вечернее оформление территории и впечатляющий вид днем не может оставить равнодушным никого, ни жителей, ни гостей Димитровграда. Официальное открытие парка состоялось 18 октября. В день 19-й годовщины канонизации небес покровителя города, преподобный исповедника Гавриила Архимандрита Меликесского. Кемран Кичимайкин, Виталий Немов, Димград 24, специально для Управды ТВ. Но не только государственными силами проводится благоустройство. Отрадно, что в Ульяновской области развивается движение ТОС. Теперь граждане могут принимать активное участие в решении многих вопросов, касающихся их дома. Только вот ведь какая история получается. Активисты есть, приносят пользу, а вот муниципальной власти это как будто и не всегда требуется. То ли намеренно не замечают, то ли имеют собственные планы, расходящиеся с общественным мнением. Удивлены? Мы тоже. Опять слово нашим коллегам из города Атомщиков. Территориальное общественное самоуправление в Димитровграде развивается. Не так быстро, как ульяновские коллеги, но все же. На сегодняшний день в ассоциацию входит 16 ТОСов Димитровграда и Меликесского района. В скором времени к ним присоединятся еще 8 объединений. Горожане начали в полной мере понимать, что объединившись, они могут не только благоустраивать свои придомовые территории и организовывать большие праздники двора, но и приносить реальную пользу любимому городу. Вот только эта польза почему-то оказалась не очень-то и нужной городской власти. У нас каждый год нас передают. Что значит, нас контакт-центр передает в РСП, в администрацию. Мы положение и порядок для ТОС делаем до августа месяца. Все это время субсидии мы не получаем. Теперь нам сказали, что нас снова будут в контакт-центр передавать. И мы снова субсидии до августа месяца не получим. То есть за счет нас наши субсидии держат администрацию у себя.
Сергей Морозов, которому общественность пожаловалась на сложные взаимоотношения с местной властью, поручил профильным ведомствам из регионального правительства разобраться в проблеме и оказать содействие ТОСам Димитровграда. Отметив, что за этими людьми стоят реальные дела, направленные на развитие города и сохранение традиций. Яркий пример – благоустройство и открытие на улице 50 лет октября уютного местечка, посвященного памяти небесного покровителя Димитровграда архимандрита Гавриила. ТОСовцы вместе с предпринимателями и благотворительным фондом благоустроили родник, сделали входную группу, чтобы приходящим сюда людям было комфортно. Наша администрация, не городская дума, не администрация города, на открытие не пришли, а люди делали своими руками, без копья. И нужно было поддержать. Было нам очень обидно, что мы сами все это сделали руками общественности, а вот кроме вас никто не оценил. Разумеется, общественники занимались благоустройством памятного места не для чиновников, не для галочки, а для рядовых граждан. И в этом случае ТОСовцам было важно просто понять, нужна ли их работа любимому городу. И готова ли власть объединиться с ними в стремлении улучшить жизнь горожан. Татьяна Елисеева, Анжелика Барвинок, Димград-24, специально для Управда ТВ. Раз уж коснулись темы благоустройства, то переместимся назад в Ульяновск. На этот раз в фокусе Ленинский мемориал. Здесь уже несколько месяцев активно ведутся ремонтно-реставрационные работы. Наша съемочная группа побывала в малом зале, где началась реконструкция. Заодно строители рассказали, как в дальнейшем будет выглядеть этот объект и что еще предстоит сделать. Слово Ирине Антоновой. Малый зал Ленинского мемориала, где сейчас идет демонтаж старого покрытия пола, посетили ульяновские архитекторы и краеведы. Их пригласили строители и сотрудники мемцентра, чтобы обсудить проект реконструкции концертного зала, выполненного ульяновским архитектором Евгенией Воронцовой. К сожалению, сама автор не смогла прийти. Самое важное изменение в малом зале – здесь планируют установить орган. Несмотря на то, что проект уже прошел все необходимые этапы общественных слушаний, он по-прежнему дорабатывается. Задача данного проекта была сохранение данного зала. То есть фактически у нас сохранены три стены, потолок практически и пол. То есть наполнение только по поводу сцены в связи с тем, что акустически сцена так намного выигрывает. Такое расположение сцены, оно нам дает 50 человек на сцену. Могут они посадить, это малый состав симфонического оркестра. И та аппаратура, которая здесь будет применяться, это фирма «Ямаха» для улучшения звука. Думаю, что, как говорят звуковики, зал должен быть на 4 с плюсом. К слову сказать, архитекторы сделали замечание по цветовой гамме, на что проектировщики ответили, что это обязательно учтут и доработают. Участники рабочего совещания также интересовались другими текущими работами. Например, чем все-таки вызвана замена мраморной плитки на фасадах здания. Как известно, материал, из которого она сделана, долговечен. При более детальном дообследовании, которое сейчас проводится генподрядная организация, выявлены места, что пошла коррозия по металлическим конструкциям, то есть задет каркас. Из-за этого, значит, были перенапряжения в скелете здания, из-за чего, если появляется напряжение в металлическом каркасе, они передаются на кирпич, кирпич передает на мрамор, он начинает разрушаться. Собственно, разрушение мрамора на стене можно было наблюдать невооруженным глазом, когда чуть ли не на голову сыпались куски плитки. В настоящий момент строители вскрывают главные несущие балки по периметру, потому что по ним тоже пошла коррозия. В дальнейшем их будут обрабатывать специальными растворами и только потом покрывать плиткой. Кстати, новая плитка из того же мрамора, что и старая. Он был добыт в карьере рядом с поселком Коилга Челябинской области. Как заверяют специалисты, плитка идентична по качеству и цвету прежней. Правда, монтировать ее будут не на цементный раствор, а на алюминиевые конструкции, которые по характеристикам от производителя могут работать до 500 лет. До сих пор проводится экспертиза здания, берутся пробы кирпича, раствора, проводится, значит, проверка прочности металла, ультразвуковая, лучевая и всякие другие. Занимаются постоянно проектировщики, анализируют, принимают решения. И проект готовится, он постоянно, он в работе.
Несомненно, в любом здании главным является фундамент. По словам Николая Ивановича, особых опасений он не вызывает, хотя подвижки грунта были с первого дня строительства здания. Просадки колонн и свои фундамента наблюдались со дня сдачи в эксплуатацию мемориального комплекса. Мы стараемся сегодня как раз обезопасить этот момент, перекрыв обводнение грунтов, восстановив системы канализации, стоков и так далее, то есть чтобы у нас не попадала лишняя вода в грунты, которые довольно проблематичные. На несколько месяцев исчезнет с южного фасада здания горельеф Владимира Ильича Ленина, выполненный скульптором Николаем Томским. Это необходимо сделать, чтобы выполнить облицовку в этой части здания. Сейчас разрабатывается проект по его демонтажу, консервации, сохранению, а потом восстановлению на прежнем месте. Как подчеркнули строители, к 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина мем-центр останется в лесах. Завершение фасадных работ ориентировочно запланировано к декабрю 2020 года. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ. Продолжим строительную тему. Новость недели. В наш регион входит новый крупный застройщик. И это не случайно, ведь к 2024 году в Ульяновской области должно появиться 120 миллионов квадратных метров жилья. Как известно, для выполнения плана нужны строительные ресурсы, в том числе крупные застройщики. Губернатор Сергей Морозов посетил презентацию новой компании. О целях и задачах подробнее в нашем материале. Жилой фонд будет расти. В этом году в Ульяновской области появился филиал компании «Железно». Губернатор Сергей Морозов посетил презентацию нового инвестора. Глава региона рассказал о задаче, которую необходимо выполнить в ближайшее время. Мы хотим действительно достаточно короткий период времени, жизненный период при нашей с вами жизни, как я очень часто говорю, сделать все, чтобы в городе Ульяновске проживало не менее 1 миллиона человек. Главный архитектор компании Алексей Иванов рассказал о своих предпочтениях. По его мнению, каждый дом должен быть со своим характером, планировкой и высотностью. Специалист против типовых районов на одно лицо. Опасное и неправильное в развитии городов – это массовка. Мы столько раз на это наступали. И если в нашей с вами истории массовка 50-х, 60-х, 70-х, в 70-х в меньшей степени, еще имела оправдание для огромного количества людей, то сегодня идти по этому пути, мне кажется, очень странно. За 9 месяцев 2019 года в Ульяновской области появилось 616 тысяч квадратных метров жилых площадей. Напомним, регион участвует в национальном проекте «Жилье и городская среда». Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ. Ульяновская область готовится к переходу в 2020 году к новой ценовой зоне теплоснабжения по методу «Альтернативная котельная». Большинство нюансов решалось на протяжении последних месяцев. Тарифы определены, проект приказа проходит общественные слушания. Но, как говорится, простых ульяновцев интересует лишь один вопрос – какую сумму ожидать в платежках? Слово Ренате Алиуловой. Предельная цена для альтернативной котельной в Ульяновске рассчитана. В течение 10 дней ее утверждали с помощью формулы и графика. Напомню, с 9 августа в регионе стартовал переходный период в ценовой зоне теплоснабжения по новому методу «Альтернативная котельная». С введением новой модели рынка тепла, как таковое слово «тарифы», отпадает. Появляется некоторое определение предельной цены для всех поставщиков тепла в течение 10 лет. Проект приказа предельной цены «Альткотельная» опубликован на сайте Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области и правительства региона. В течение 15 дней документ вынесен на суд общественности. Каждый может внести свои коррективы. А дальше муниципалитет заключит с каждой теплоснабжающей организацией Ульяновска соглашение, в котором расписан график поэтапного перехода на новую систему. В этом соглашении будет жестко поставлено условие о том, что совокупный платеж гражданина не вырастет больше, чем индекс платы граждан, утверждаемый правительством Российской Федерации на территории Ульяновской области. По прогнозам Минэкономразвития, это не больше 4%, поэтому повышение тарифов будет незначительным. Тем самым переход к ценовой зоне теплоснабжения не ударит по кошельку граждан. Кроме того, «Альткотельная» поможет решить ситуацию, связанную с изношенностью ульяновских теплосетей. Сегодня проблема дошла до критической отметки. В рамках вхождения в ценовую зону запланировано инвестиции более 7,5 миллиардов рублей. Это инвестиции, которые будут направлены на тепловые сети, на источники теплоснабжения, на оборудование, в том числе муниципальных предприятий, центральные тепловые пункты.
Это гарантирует ульяновцам надежность и увеличит качество системы теплоснабжения. Например, специалисты прогнозируют снижение сроков гидравлических испытаний в весенний период к абсолютному минимуму. Альтернативная котельная определяет единую теплоснабжающую организацию, ответственную за все теплоснабжение города. Она работает по принципу единого окна и отвечает перед потребителями и органами власти за работу всей системы. Городская администрация опровергает все слухи о якобы переходе городских теплоснабжающих организаций в руки одной компании. На сегодняшний день в городе Ульяновске, администрации города Ульяновска не рассматривается данный вопрос о какой-либо перспективе передач муниципальных предприятий. Об этом вообще речи нет, и все это слухи, это спекуляция, это специально, я не знаю, кому-то это выгодно. То есть те люди, которые не разобрались в данной ситуации. Новая модель рынка тепла заработает в регионе с 1 января 2020 года. Рената Алиулова, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ. Лекарства будут. Региональный Минздрав объявил новый аукцион на закупку медпрепаратов для диабетиков. С ноября ульяновцы, страдающие сахарным диабетом, будут полностью обеспечены лекарственными препаратами и расходными материалами к инсулиновым помпам. Напомним, инсулиновый скандал разразился в регионе несколько месяцев назад. Кто виноват, что делать и самое главное, что сделано, чтобы ситуация не повторилась, в материале Натальи Чумаченко. Лекарственное обеспечение, в том числе инсулинами, больных с сахарным диабетом, имеющих право на льготы в соответствии с действующим законодательством, происходит за счет средств федерального и регионального бюджетов. В регионе проживают около 47 тысяч человек с этим заболеванием, из которых около 12 тысяч нуждаются в инсулине. Сегодня Министерством здравоохранения Ульяновской области ведется процедура закупок. Однако все же периодически перебои могут случаться из-за недофинансирования с федерального бюджета, смены поставщика и перерегистрации цены препарата. Правительство Ульяновской области делает все, чтобы обеспечение граждан Ульяновской области было на достаточном уровне. Если по сравнению с 2017 годом, за три года финансирование бюджета Ульяновской области возросло на 50%. И на следующий год, 2020, запланирована еще достаточная сумма для обеспечения льготников за счет средств областного бюджета Ульяновской области. Есть определенные проблемы с федеральным бюджетом, потому что все-таки та стоимость, которая выделяется на одного пациента, она действительно мала. Бесплатные лекарственные средства для лечения заболевания на основании льготы назначает врач, если у пациента диагноз сахарный диабет. Для этого пациент проходит полное обследование, сдает анализы крови и мочи на уровень глюкозы. После получения всех результатов врач подбирает график приема и дозировку лекарственного препарата. Все эти сведения указываются в рецепте. Сегодня, по словам специалистов, выписывать рецепт стало проще и быстрее, поскольку процесс автоматизировали. Срок действия рецепта составляет 30 дней. Выписка препаратов производится на рабочем месте врачей, терапевтов, эндокринологов и других специалистов. Срок действия рецепта составляет 30 дней. Пациент идет в аптеку и получает препарат. При отсутствии препарата пациент ставится на отсрочное обеспечение, и в ближайшее время препарат поступает с базы или там откуда в аптеку, и пациенту звонят, его приглашают, он получает препарат. Выдаются препараты бесплатно во всех аптеках государственного образца на основании выписанного рецепта, в котором указано необходимое количество лекарственного средства. Как правило, лекарство можно получить из расчета на месяц. Мы посетили одну из таких аптек по адресу Гагарина 4, где нам заведующая продемонстрировала холодильники, плотно забитые нужными препаратами. Местные жители, как оказалось, не жалуются на работу аптеки и обслуживание клиентов. Я часто не хожу по просьбе этих соседей. Получаю вот им. Они без ноги не могут ходить. Я вот к ним прихожу. Они вежливо обращаются всегда. И когда по телефону звонишь, они все отвечают хорошо. Добрые, хорошие девчонки. И все. Больше я ничего не могу сказать. По словам экспертов, распространенность сахарного диабета ежегодно растет, особенно среди детей. Это связано с неправильным питанием, присутствием в пище большого количества углеводов, широким распространением ожирения, малоподвижным образом жизни, наследственной предрасположенностью. Сегодня инсулинозависимым детям квалифицированную помощь можно получить круглосуточно в детской областной клинической больнице имени Горячева. На сегодняшний день отделение обеспечено полностью препаратами для экстренной помощи детям с сахарным диабетом, в том числе инсулинами, как аналоговыми, так и человеческими генно-инженерными препаратами, плюс другими сопутствующими препаратами, которые, возможно, могут понадобиться этим детям.
По словам специалистов, без проблем в этой сфере пока не обойтись, всему виной издержки федерального законодательства. Однако региональный Минздрав ежегодно прикладывает серьезные усилия к тому, чтобы в области не было длительных перебоев, максимум 2 недели, с поставкой инсулиновых препаратов и сопутствующих расходных материалов. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ. Продолжим тему. В этом году по нацпроекту здравоохранения для Ульяновского областного онкологического диспансера выделено 240 миллионов рублей. Это позволило закупить новое медицинское оборудование, часть из которого является уникальным. Так, например, аппарат томотерапии станет третьим в стране. А вот операционный микроскоп сделан индивидуально для Ульяновского онкодиспансера в Германии. Подробности у нашего корреспондента. Ульяновский областной клинический онкодиспансер получил новое оборудование. В основном все закупленное оборудование прибывает в октябре-ноябре. На сегодняшний день поставлено 57 единиц из 97 единиц оборудования. Оборудование крупное, важное, значит, которое определяет, в общем-то, и уровень диагностики, значит, онкологических заболеваний, и уровень лечебной работы. Полностью заменена вся наркозная аппаратура и уже начала функционировать. Реанимация получила 6 новых дыхательных аппаратов. В следующем году планируется получить столько же и полностью обеспечить диспансер этим видом оборудования. Закуплены 3 современных УЗИ-аппарата. Планировалось первоначально 2, но в итоге удачно проведенных торгов закупили еще один. Вот многие функции, те, которые врачу приходилось выполнять вручную, здесь уже за врача делает, значит, техника. Она, конечно, не заменяет врача, потому что главное – это кадры. Но существенно облегчает работу, ускоряет работу, повышает качество работы и, соответственно, и пропускную способность через это оборудование. А для отделения микрохирургии головы и шеи приобретен операционный микроскоп. Аппарат был сделан индивидуально для Ульяновского онкодиспансера в Германии. С помощью этого микроскопа можно будет проводить операции, ради которых раньше приходилось пациентам уезжать в другие регионы. Специалисты-диспансеры прошли специальное обучение для работы на нем. Достоинство этой аппаратуры в том, что этот микроскоп именно предназначен для операции в области головы и шеи. У него есть очень интересная, так сказать, комплектация. Это комплектация, которая называется face-to-face, когда оператор, находящийся с этой стороны, и ассистент, находящийся с той стороны, смотрят на операционное поле. Вот здесь оно высвечено непосредственно параллельно и участвует в операции. Помимо того, получена эндоскопическая и электрохирургическая техника. На следующий год планируется купить компьютерный томограф, лучевой ускоритель и уникальный аппарат томотерапии. Он станет третьим в стране. 2 других стоят в Москве и Казани. Егор Титов, Юрий Конехин, новости Улправды ТВ. Волга – одно из главных богатств Ульяновской области, но построенное в конце 50-х годов Куйбышевское водохранилище приносит множество проблем для жителей региона. Главный из них – оползни. Одним из наиболее проблемных специалисты отмечают участки в Старой Майне, Панской Слободе, Сланцевом Руднике и Ундорах. Подробности у Егора Титова. Волга – одно из главных богатств Ульяновской области, но одновременно построенное в конце 50-х годов Куйбышевское водохранилище приносит множество проблем для жителей региона. Главный из них – оползни. Прошлогодний оползень возле Ундр в настоящее время практически ликвидирован. На эти нужды потрачено 2,5 миллиона рублей. Берег выровнен, и с него убран мусор. На сегодняшний день работы земляные все выполнены, то есть последствия оползнины за счет перемещения грунта полностью устранены. Остались работы по отсыпке щебня. Однако это самый трудный момент. К склону нет нормальной дороги, по которой можно было бы доставить щебень. А без укрепления им вода в конечном итоге сведет на нет все усилия людей. Правительство области эту проблему понимают и обещают помочь строительством дороги для подвоза материалов. Понятно, что все это упирается в финансирование. И наша задача – изыскать это финансирование. Финансирование будет предоставлено, поскольку мы не можем рассматривать финансирование берегоприютных работ без сопутствующих, скажем, инфраструктурных инженерных сооружений, поэтому других вариантов у нас нет, мы будем это делать в полном объеме. Решение проблем по одному участку не приведет к снятию ее полностью. Тем более, что согласно законодательству, вопросом берегоукрепления должны заниматься муниципалитеты. А они явно не могут тянуть эту задачу в финансовом отношении. Регион в настоящий момент может быть спокоен за такие населенные пункты, как город Новоульяновск, город Сенгилей, где в настоящий момент в целом решены вот эти вот вопросы и в целом закреплены склоны.
Проблемными остаются участки в Старой Мане, Ундрах, Панской Слободе и Сланцевом Руднике. Есть они в областном центре. И без вмешательства федерального центра, а также межрегионального сотрудничества, многие из этих вопросов не решить. Благо, сейчас действует национальный проект «Экология», основной частью которого является федеральная программа по укреплению берегов. С рядом объектов на следующий год в нее собирается попасть Ульяновская область. Егор Цветов, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ. Поднимая тему водных ресурсов, невозможно не упомянуть еще об одном богатстве – о рыбе. К сожалению, в последнее время не всегда данный вопрос звучит в позитивном русле. Говорят, и реки уже не те, и рыбы там стало меньше. Чтобы пополнить речные богатства, в Димитровграде выпустили в реку 130 килограммов сазана. Такой невиданный доселе подарок большой черемшан получил от ГНЦ НИАР. Флагман мировой атомной энергетики получил ценный груз из агентства Росрыболовства по спецзаказу. За пополнением главного водного ресурса Димитровграда наблюдала съемочная группа «Димград-24». Поистине историческое событие в жизни не только НИИ, но и города. Молоть сазана доставили в НИАР в специальных контейнерах из Ульяновска. В залив Черемшана отправилось 130 килограммов рыбы. Да, нет, прям так. Да так, видать, чем будет. О! Каждая рыбешка весом от 150 до 300 граммов. Сейчас это уже хорошо подросшие особи. Хотя закупали сазана, когда он был еще только по 5 сантиметров в длину. Этот малек был выращен в специальном месте, предназначен для разведения в водных объектах. Рыбу выращивали в питомнике по спецзаказу ГНЦ НИАР. Зарыбливание водоема необходимо для воспроизводства биологических водных ресурсов черемшана. При воспроизводстве основной акцент делается на два вида рыбы. Это сазан, либо толстолобик, либо растительноядный вид рыбы, толстолобик, амур. Вот в данном случае НИАР, так сказать, избрал сазана. Таким образом, градообразующее предприятие Димитровграда в очередной раз заявило о своей социальной ответственности. Предприятие, которое занимается столь, скажем, специфическим видом деятельности, как наш институт, безусловно, должно прилагать усилия и для вклада в экологическую составляющую региона. Марина Антуганова, Виталий Немов, Димград-24, специально для Управда ТВ. Похоже, что шутка про две беды России скоро станет неактуальной. Во многом благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, ремонтные работы на дорогах Ульяновска завершены. Самое время проверить их качество. На этой неделе представители городской общественной палаты вместе с профильными специалистами выезжали на отремонтированные участки и брали пробы асфальтобетонного покрытия, а также проверяли сроки выполнения работ. За общественным контролем наблюдала Рената Алиулова. Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 15 участков городских дорог общей протяженностью 253 тысячи квадратных метров. Было заключено 4 муниципальных контракта с 3 организациями. Также выполнялись работы по 2 муниципальным контрактам по безопасности дорожного движения. В центре Ульяновска новыми красками засверкал 700-метровый дорожный участок на улице Спасская от улицы Ленина до бульвара Пластова. Финальный слой проезжей части здесь уложили еще в конце сентября. Здесь же установили светофор. Не обошли стороной улицу Карла Маркса от Кооперативной до Урицкого. Привели в порядок дорожное полотно протяженностью 600 метров. Благоустроили лицо города, улица Минаева. Кроме нее еще по 800 метров новых дорог появилось на улицах Верхнеполевой и Деева. Отремонтировали и расширили дорогу на улице 12 сентября. Также дорожники обновили дорожное ограждение, светофоры, заасфальтировали место для автобусной остановки. Новый асфальт появился в Засвияжском районе на улицах Шигаева, Камышинской и Ефремова. Обновили в этом году дорогу на улице Тимирязева. Здесь от проспекта Нариманова до улицы Радищева отремонтировали участок длиной в 1 километр. Самый протяженный дорожный ремонт в этом году проведен на проспекте Гая. Здесь от улицы Варейкиса до железнодорожного переезда обновили участок длиной около 3 километров. За сроками и качеством выполняемых работ постоянный контроль. Кроме надзора, специалистов МБУ «Стройзаказчик» и Управления дорожного хозяйства, сотрудники лаборатории отбирают пробы асфальтобетонного покрытия и проводят испытания. Свою проверку проводят члены общественной палаты и контрольной счетной палаты. По словам общественников, при проверке выполненных работ замечания были, однако подрядчики быстро устраняли недочеты. Также выезжали с нами сотрудники надзорных органов, где делались пробы асфальта. Также сразу какие-то замечания были, то есть, ну, такие незначительные. Но в целом работа проведена колоссальная, замечательная.
Все очень хорошо, я бы так даже сказал. Всего в течение 2019 года в Ульяновской области выполнены работы на 66 объектах общей протяженностью 107,8 километра. На ремонт выделено 2 миллиарда 414 миллионов рублей. Об одаренных детях. В областной детской школе искусств состоялась встреча с юным ульяновским дизайнером, 8-летней Наимой Резвановой, покорившей сначала Ульяновск, а потом Милан. Теперь она готовится к поездке в Китай. Наима Резванова учится в областной детской школе искусств города Ульяновска. Здесь она научилась рисовать и сделала первый настоящий эскиз платья. Сейчас Наима готовит коллекцию для участия в конкурсе в Китае, где планирует показать проблемы животных России, занесенных в Красную книгу. Коллекцию я придумала, как назвать. Парочку платьев мы пока что с мамой их обдумаем и посмотрим. Коллекция будет называться «Животные из Красной книги в России». А почему именно эта тема тебя заинтересовала? Ну, я очень люблю животных. Из-за этого я захотела вот так вот сделать коллекцию с животными. Конечно, многому научилась и многое узнала маленькая дизайнер у своих педагогов в областной детской школе искусств. Наима у нас учится уже второй год в нашей школе по программе предпрофессиональной живопись. Вот, в самом начале, когда она пришла к нам, она уже зарекомендовала себя как способная, целеустремленная, такая творческая девочка. Вот. И в процессе работы мы наблюдали, как она с увлечением работает, как она подходит к работе серьезно, очень ответственно. Вот. И работа получается очень интересной в итоге. Но первой помощницей Наимы является мама Дина Резванова, которая по профессии вовсе не дизайнер, а инженер. Зимой мы стали рисовать, она стала рисовать вот эскизы, придумывать наряды. Мы стали потихонечку отшивать, создали страничку в интернете, ну просто вот для себя, для своих знакомых, для своих подружек. И нас нашли и пригласили поучаствовать в Ульяновск Fashion Week. Лично я долго сомневалась, потому что, все-таки она ребенок, и там опытные дизайнеры выступали, для нас это было новинку. Но у нее такой боевой характер, она говорит: «Мам, ну почему бы не поучаствовать? Мне интересно, мне хочется посмотреть». Я говорю: «Ну, почему бы нет, да, для опыта». Наиму пригласили на конкурс за месяц до показа. На тот момент у нее не было коллекции, а требовалось продемонстрировать 10-15 образов. Юный дизайнер сделала невозможное, создала коллекцию «Таинственный сад Фриды». В качестве приза Наиме были презентованы поездки в Милан и в Шанхай. Не так давно Наима вернулась с недели моды в Милане. Она попала в четверку лучших дизайнеров. Призом стала публикация в итальянском журнале. Наима планирует, она получила приглашение от Шанхайского университета, и в апреле месяце вместе с мамой, с семьей и с группой поддержки они поедут в Китай, где покажут коллекцию Наимы уже в Шанхайском университете. Это будет не совсем конкурс молодых дизайнеров, это будет смотр, где преподаватели Шанхайского университета кафедры дизайна посмотрят ее коллекцию. До поездки в Шанхай Наиме предстоит еще сделать многое. Мы желаем ей успеха. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ. И о других новостях, о которых нельзя не упомянуть. С 18 по 20 октября в рамках Дней Франции в Ульяновской области состоялись культурные и деловые тематические мероприятия. Центральным событием стало открытие Ульяновского отделения культурно-образовательного центра «Альянс Францез». Он стал 13-м по России представительством образовательной платформы и диалоговой площадки для развития сотрудничества с регионами Франции. В понедельник, 21 октября, в Ульяновске официально стартовал третий областной конкурс «Региональный лидер 2019-2020 годов». Принять участие в проекте могут граждане с высшим образованием и опытом управленческой деятельности не менее 2 лет. Конкурс проходит в 4 этапа. На этот раз более 70 человек поучаствовали в профессиональном мастер-классе и уроке карьерных консультаций от топ-менеджеров. И это неспроста, ведь призы достойные. Сертификаты на обучение в корпоративном университете и зачисление в резерв управленческих кадров Ульяновской области. Ульяновские спортсменки ведулись с первенства по спортивной аэробике, которое проходило в Казани. Уровень соревнований получился межрегиональным, так как за медали боролись представители из Ульяновска, Татарстана, Чувашии, Самарской, Московской, Нижегородской областей и даже из Республики Карелия. Собралось рекордное количество участников – более 300. В разных номинациях ульяновские спортсменки завоевали золото, серебро и бронзу. С 20 по 24 октября на сцене Ульяновского драматического театра имени Гончарова состоялись гастроли Государственного академического театра классического балета.
Показы шли под эгидой проекта Федерального центра поддержки гастрольной деятельности «Большие гастроли». Региональный фестиваль творчества пенсионеров «Золотая осень» стартовал на территории Ульяновской области. Он проводится местным отделением Союза пенсионеров России в рамках регионального проекта «Голова седая, душа молодая» при поддержке президентского гранта. Это все новости на сегодня, точнее на эту неделю. Смотрите нас на телеканале «Правда ТВ» по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале «Правда.ру» 18.50. До свидания. Thank you.